час ненастный, в час ночной, взяв луны прекрасный свет, серебристый же ребенок явился на свет. Таура, чудесный Таура, он как ветер свободным рожден. Таура, чудесный Таура, королем своей земли стать должен он. Между тайных горных троп, сквозь туман лесных равнин, тихо мчится серебристый, гордый исполин. Таура, чудесный Таура, он как ветер свободным рожден. Таура, чудесный Таура, величайшим из великих станет он. Серебряный конь. В поисках легенды. Легенды, как растения, появляются из крошечных зерен. Слово, поступок, разлетевшаяся весть, слух, передаваемый из уст в уста. С каждым разом легенда становится все больше. К первым историям присоединяются другие, потом еще. Странная смесь вымысла и реальности. А легенды – это опора мечтаний и надежд. В горной стране и близлежащих землях возникла одна легенда, затмевающая собой остальные. Куда держишь путь, старая и мудрая сестра? На север, далеко на север. Я иду уже много дней, держу путь в горы, чтобы найти будущего короля. Зачем? Чтобы узнать, правдивы ли рассказы о нем, и понять, тот ли он король, которого мы, дикие лошади юга, должны почитать, как своего короля. Тогда желаю тебе счастливого пути. А я тебе. Очень далеко от дома. Могу ли я вам помочь? Я пришла, чтобы найти коня, рожденного ветром. В моих краях есть легенда о коне-призраке, внезапно возникающем из снегов и тумана горной страны. В ней говорится о храбрости и чести, и о том, что этот конь станет однажды королем всех диких лошадей. И вот я пришла узнать, правдива ли эта легенда. Да, она правдива. Конь, которого вы ищете, это Таура. Его имя означает «ветер», и порой он бежит так быстро, что, кажется, сам ветер не поспевает за ним. Мудрый Бенни и я присматривали за ним, когда он еще был жеребенком, рожденным в грозу с высоким предначертанием судьбы. Он единое целое с горной страной. Он свободно чувствует себя среди стихий, в утреннем тумане или суровой зимней белизне. Самый настоящий и живой, но для людей легенда и призрак. И легенда, которую вы слышали, правдива? Вы можете отвезти меня к нему? Простите, нет. Он не позволит вам его найти, пока сам не захочет. Если вы придете как друг, вы должны ясно выразить свои намерения. Лес полнится слухами. Таура услышит об этом. Спасибо, миссис Динго. Всегда хорошо услышать добрый совет. Я пришла как друг. До свидания и удачи. Это просто потрясающе. Совершенно потрясающе, можно даже сказать поразительно. Да, поразительно, поразительно. Я так и сказала, одну минутку, он здесь. А в другой уже нет, исчез. А потом вернулся, его никому не поймать. Ни одному человеку. Ни одному, он не был пойман и не будет. Все просто. Быстрый и неистовый. Умный и умелый. Хитрый,
О, да, хитрый и неуловимый. Да, совершенно неуловимый. Когда-нибудь я тебя поймаю, серебряногривый дьявол! Спасибо. Я пришла как друг. Как друг. Очень мудро, очень, да. Разумно. Я бы не захотел приходить, как враг. Будет раздавлен. Будет раздавлен Таурой. Побежден. Уничтожен. Выставлен вон. Враги они такие. Да уж. А следующий вопрос, пожалуйста. Я надеялась встретиться с ним. Не могу обещать. Не стану, не знаю. Не должен обещать. Не осмелюсь. Знаю, но не скажу. Все, я сдаюсь. О, не сдавайся! Вернись! Мы еще не закончили! Мы еще не рассказали тебе, как Таура поймал человека! Да, и про его гигантский прыжок! Или как он спас золотую! И детей, потерявшихся в снегу! И как он сражался со зверем! О, да, ты бы его видела! Золотая все еще здесь? Конечно, она еще здесь! А ты почему здесь? Я пришел узнать, как она. Конечно, с ней все в порядке. Я за ней приглядывал. Человек за ней ухаживает. Иди и посмотри сам. Можешь даже поговорить. Именно это я и собираюсь сделать. Просто хочу убедиться, что человека нет рядом. Его нет. Я хочу быть уверен. Ну, конечно. Именно. Как всегда, мне никогда не доверяют. Совершенно не слушают то, что я говорю. Я слушаю, Вомбат, всегда. Но несколько лишних секунд беды не сделают. Никогда никто не слушает старого Вомбата. Никогда. Никто никогда не слушает старого Вомбата. Никогда. Приветствую тебя, мудрый. Я пришла, чтобы встретиться с Таурой и... Я знаю, сестра, но не могу отвезти тебя. Если он захочет встречи с тобой, то сам найдет. Мне так сказали, я буду ждать. Возможно, твое терпение вознаградится. А пока я хочу тебя предупредить. Ты одна на территории могучего и ужасного Бролги. Твой собственный друг слишком далеко, чтобы защитить тебя. Не волнуйся, я буду осторожна. О, как я рада тебя видеть, Таура. А я тебя. А ты выглядишь лучше. Человек был очень добр и заботлив. Я до сих пор вспоминаю о том ужасном звере, и как мне было страшно. Но раны почти зажили. Тогда возвращайся к нам. Я не могу. Я думаю об этом с тех пор, как я оказалась здесь, жуя сладкое сено. Ты помнишь, как мы впервые встретились? Таура. Идем со мной. Ты одна из нас. Брось людей. Таура, я хочу этого. Я так об этом мечтала, но... Я всю жизнь провела среди людей. Мы можем бегать на перегонки с ветром и вместе резвиться. Никаких людей на тебе, никаких пут. Только свобода. Я слышал, ты этого хочешь. Что? Таура! Таура! Осторожно! Скорее, золотая, прыгай! За мной, прямо сейчас! Я... Смирно, девочка. Спокойно. Тише. Он вернется, а я-то уж буду готов. Я помню все, но какая разница? Я понимаю, что с тех пор мало что изменилось. Я всю жизнь провела с людьми. Я не могу стать другой. Но, золотая, ты... То время, что я провела с тобой и Бун-Бун, и всем стадом, это было самое счастливое время... Но я не росла в горной стране. Ее обычаи и порядки для меня чужие, теперь я это знаю. Вы все пытались научить меня, но как только приближалась опасность, я возвращалась к покою и комфорту, который дает человек. Но еще есть время научиться, золотая. Мне будет лучше с человеком. Мы оба это знаем.
А стаду будет лучше и безопаснее без меня. Спасибо тебе за твою любовь, за то, что дал мне попробовать вкус свободы, о чем я так долго мечтала. Но все же так будет лучше. Возвращайся к стаду, Таура. И вспоминай меня иногда. Прошу. Ты абсолютно уверен в этом, Ворон? Так же, как в том, что вы великий и могучий, ваше великое могущество. Странная дикая лошадь, пришедшая издалека, на моей территории. Одна ищет короля? Да, ваше всеми любимое охочество. Пожалуй, я пойду и разузнаю, в чем там дело. Все, что вы пожелаете, ваше щедрое изобилие. Скажи, ты планируешь умереть в ближайшем будущем? Разумеется, нет, ваше всевидящее ясноглазие. Тогда убери свои когти с моей шеи! Что? Большое спасибо, ваше тяжелоступие! Ой... Мопок, Мопок. Добрый Мопок, приветствую тебя. Добро пожаловать, мой незнакомый друг. О-о, я слышу шум, это не к добру. Этот шум производит некто самоуверенный и бесчувственный. Я уже не раз имела дело с такими наглецами. Я справлюсь. Бролга не самый приятнейший тип. Пусть знает, как надо себя вести. Простите, похоже, вы не понимаете, но прямо перед вами стоит очень важная особа. Мне сказали, что ты ищешь короля. Твой поиск окончен. Я король диких лошадей Каскадных гор. Должно быть, ты шутишь со мной, да? Я не вижу здесь короля. Я вижу только шумного и грубого невежу, нарушающего покой своих собратьев. Напрасно вы это сказали. Скатите дорога. Упрямый, твердолобый, ворчливый тупица. Как я сказал, вам не стоило этого говорить. Твой рев меня не впечатляет, Бролга. Я ищу того, кто мудр, быстр и бесшумен. Тот, кого все звери любят за доброту, великодушие и понимание. Того, кем восхищаются за ум и красоту. Это похоже на Тауру. Как ты смеешь заходить на мою территорию и говорить так дерзко? Как смеешь ты набрасываться с угрозами на незнакомого? Я король, я вожак. Я победил отца Тауры, одолею его. Пришло время разделаться с юным выскочкой, пока он еще не слишком обнаглел. Слишком поздно. Это еще не конец! Ты еще нас услышишь! Мопок, Мопок, пусть не в войне, но в этом сражении отлично ушла ты от поражения. Спасибо, Мопок. Лишь бы меня опять не потревожили. Расскажи мне о Тауре.
Ты хорошо его знаешь, Мопок. Он мне как сын и примерный при этом. Слушает часто мои он советы. Мопок, Мопок. Прежде чем куда-то бежать, убедись, что человек пошел спать. Спасибо, именно так я и поступлю. Тогда лучше ушки держи на макушке. Вдруг там тебя ожидает ловушка. Я буду осторожен. Да, с Таурой знакомы мы чуть-чуть. Ну, а тебе пора продолжить путь. Вожак, принимающий мудрые советы. Действительно мудрый вожак. До свидания, Мопок. Мопок, Мопок. Ты хотела меня видеть, Илинга? О, Таура, спасибо, что встретился со мной. Что я могу сделать? Для меня? Ничего. Я увидела то, что хотела видеть. Легенда правдива. И ты станешь великим королем своей любимой земли, Таура. Я поклялся в этом. Но ты говоришь так, будто это уже случилось. Так будет. Я стара, Таура. Я научилась понимать мудрость лесов. Я всегда могла предвидеть будущее. И ближайшее для тебя будущее – это встреча с Бронгой. Бенни, как я рад тебя видеть. Мы встретились снова. Я говорила с Таурой о его будущем. Предрекаю, что оно будет великим. Да, я верю в это. Последние годы я с гордостью слежу за тобой, Таура. Я вижу, что уроки матери пошли тебе на пользу. Ты научился быть единым целым с окружающим миром, передвигаться без шумни любой лошади. Ты завоевал любовь и уважение всех лесных жителей. Я видел, как крепла твоя дружба с Бун-Бун и Громом, и как их поддержка помогла тебе стать прекрасным, сильным и смелым молодым конем. Признаться, бывали времена, когда я сомневался в тебе. Он сказал, что придет. У этих молодых совсем нет чувства времени. Подождем еще несколько минут, силки, и пойдем, пока мы еще можем выбраться. Что? Что? Что это? Таура! Привет, Бенни, привет, силки. Спасибо, что дождались. Мы не могли больше ждать, Таура. Наши друзья уже давно спустились за границу снегов. Простите меня, Бенни, силки, я обо всем забыл. Вам правда пора идти, если снег повалит сильнее, вы застрянете здесь на всю зиму. Пока, Таура. И прошу, береги себя. Спасибо, Бенни. Пока, Таура. Но мои сомнения прошли. Теперь я горжусь тобой. Спасибо, Бенни, но все это немного... Выслушай меня, Таура. Что еще остается? Если Илинга права насчет твоего будущего, то ты должен заслужить свою судьбу. Человек будет угрожать твоей свободе, потому что ты будешь манить его своей отвагой. И, конечно же, Бронга не отдаст свой титул без борьбы. Боюсь, что я прибавила тебе немало забот с Бронгой, Таура. Он ушел отсюда очень злой и недовольный. Но с Бронгой биться рано, Таура. Ты еще слишком молод, а он сильнее и опытнее. Сюда, босс! Не буду попадаться ему на глаза. Вот он! Хватайте его! Пусть тебе поможет твой ум, Таура! Давай, серебряный конь! Вперед, летящий призрак!
вы смогли это сделать во время пожара, сможете и сейчас. Мопок, Мопок, отдыхай, но не слишком вольготный, дружок. Ведь Бролга готовится сделать прыжок. Браво, великий сир! Хватайте его! Ты быстро устаешь, Таура. На этот раз ты от меня не уйдешь. Выйди и сражайся, Таура. Трус! Ты не сможешь прятаться от меня вечно. Я тебя поймаю, Таура! О, нет! Не делайте этого, оплот мужества! Нет! Назад, назад! На! Мне пора возвращаться в мою страну и рассказать, что я видела и что узнала. Скоро ты станешь и нашим королем, Таура, и мы будем почитать тебя так же, как тебя почитают здесь. До свидания, Бенни. Ты порадовал меня мудростью. До свидания, Таура. Ты завоевал мою любовь. До свидания, Линга. Надеюсь, встретимся. Так Таура заслужил еще большую любовь лесных жителей, и слава о нем разошлась еще шире по горной стране. Но Таура еще не был королем. Не волнуйтесь, босс. В следующий раз он от вас не уйдет. Таоре предстояло еще вырасти, многому научиться и пережить много приключений, прежде чем наступит этот великий день. Автор сценария Джон Стивенс и Джуди Малмгрин. По книге Элайн Митчелл «Серебряный конь». Композитор Тасос Иоаннидис. Продюсеры Колин Джей Саут и Джон Татулис. Режиссер Джон Татулис. На русский язык фильм озвучен студией «Пифагор» по заказу ГТРК «Культура».